Ну, вот опять, мне кажется, что на самом деле жить сейчас нелегко, жить сложно. Но мне кажется, надо не опускать рук и что-то делать. Вот две вещи, которые мы должны сейчас делать. Это не опускать рук, как бы ни было плохо, и как бы тебе ни казалось, что вот работы нет, или там денег платят меньше, чем ты того заслуживаешь, или чем ты того хотел бы. А, значит, нужно что-то искать, чем-то заниматься. И вот делать, что-то надо делать, да, если ты не можешь вот прокормить семью, занимаясь определенной своей профессией. Значит, надо искать что-то еще. Это трудно, потому что нам всегда кажется, что мы, закончив институты, получили профессию, хотим заниматься только этим. Но жизнь, она сложнее и очень часто не очень справедлива к нам, как нам кажется, бьет нас по голове. Поэтому надо подниматься и идти дальше, и что-то делать.